Президент UFC Дана Уайт оценил степень величия экс-чемпиона организации в полутяжелом весе Джона Джонса. Вот что он сказал. Можно ли считать Джонса величайшим, если он снова завоюет пояс? Не встречал людей, которые думали бы иначе. Но если такие споры существуют, они точно будут закрыты. Джон – непобежденный боец, его рекорд должен быть 27-0. Он выиграл тот бой, когда в 2009 году Джонс был дисквалифицирован в бою с Мэттом Хэмиллом из-за запрещенного удара. Это должна быть досрочная победа, а не дисквалификация. Посмотрите на бойцов, которых он одолел. Это просто невероятно. «Нельзя отрицать, что он величайший на все времена», – сказал Уайт на пресс-конференции. Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Алекс Волконовски не думает, что Джонс должен сместить его с первой строчки рейтинга, даже если в эти выходные американцу удастся победить Сирила Гана. Послушайте, что он говорит. «Если мы посмотрим на Джона Джонса и его достижения, мы поймем, почему его имя всегда будет в этом списке. На эту тему ведутся всевозможные разговоры, но я не собираюсь уступать ему первое место в рейтинге Pound for Pound. Он много раз защищал титул в полутяжелом весе и сейчас поднимается вверх, чтобы встретиться с реальным претендентом. Если он заберет пояс, очевидно, эту тему снова поднимут, но я считаю, что тогда нужно оценивать уровень конкуренции в дивизионах. Вот на что нужно смотреть в первую очередь». А что думаете вы, друзья? Заслуживает ли Джонс первого рейтинга UFC, если он победит Сирила Гана? Пишите свое мнение в комментарии. Легковес Зубаря Тухугов и средневес Даррен Тилл больше не числятся в ростере бойцов UFC. Об этом сообщает аккаунт UFC Roster Watch. Тилл дрался в промоушене с 2015 года. Провел 12 боев, 6 из которых победы, 1 ничья и 5 поражений. Он проиграл 3 последних боя в UFC. Зубаря Тухугов же находился в UFC с 2014 года и провел там 9 боев. 5 из них победы, 1 ничья и 3 поражения. В последнем бою Тухугов не смог уложиться в весовую категорию перед своим дебютом в легком дивизионе и проиграл в этом бою раздельным решением судей. Друзья, что думаете вы о таком решении UFC? Ваше мнение жду в комментариях. Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов дал поручение запретить тренироваться в спортивных залах республики спортсменам, которые ведут себя неподобающе в обществе. В частности, это касается Хадиса Ибрагимова и Гаджи Наврузова за их недавний танец на турнире в Минске, где оба бойца исполнили эпатажный выход в стиле Гарри Поттера. Исходя из этого, спортсменам теперь закрыт путь в залы Дагестана. А как считаете вы, вполне ли справедливое данное решение? Пишите об этом свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк этому видео.